28 января на заседании городской думы депутаты утвердили поправки к обязывающим правилам, которые освобождают владельцев частных домов от обязанности обеспечивать уборку прилегающей территории. В дальнейшем эту функцию возьмет на себя самоуправление. Правила в новой редакции вступят в силу, когда их рассмотрит и утвердит Министерство охраны среды и регионального развития. Это может занять около месяца. До тех пор будут оставаться в силе нынешние правила, согласно которым содержание прилегающих к собственности территорий, находящихся в публичном пользовании, по-прежнему должен будет обеспечивать владелец или фактически управляющий недвижимого имущества. От этой обязанности и прежде были освобождены нетрудоспособные лица, а также персоны с инвалидностью первой и второй группы, недвижимости которых не задекларирован и фактически не проживает другой трудоспособный человек. Самоуправление осуществляет очистку от снега и наледи тротуаров в частном секторе. Территории, прилегающие к частным домам, силами самоуправления также будут очищаться от мусора. Здесь будут косить траву, убирать сухие листья и ветки. Домовладельцы от этой обязанности будут освобождены, однако, если кто-то захочет продолжать ухаживать за прилегающей территории и разбитыми на ней клумбами, это можно будет делать и впредь. В то же время в силе остаются требования, согласно которым частную территорию нужно содержать в порядке и обеспечивать необходимую санитарную уборку. Это относится и к незастроенным земельным участкам. За захламление территории владелец или фактически управляющий могут быть привлечены к административной ответственности. Правила санитарной уборки территории многоквартирных жилых домов остаются неизменными. Ее, как и прежде, будут обеспечивать обслуживающие организации. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.